Напомню, 2 года назад футбольный клуб «Сочи» пришлось распустить из-за финансовых сложностей. И сегодня клуб собирается вернуть на курорт профессиональный футбол. Спортсмены начнут путь в 3-м дивизионе. Первенство, в котором «Сочи» примет участие, это турнир непрофессиональных команд. Тем не менее, победа в этом зональном соревновании плюс успех в осеннем противостоянии региональных чемпионов позволит уже в следующем году подняться на ступень выше, перейти во 2-й дивизион первенства России по футболу. Отмечу, что команда полностью укомплектована местными футболистами. Перспективы открываются хорошие, просто нужно немножко время ребятам на адаптацию, потому что для них новые требования, все немножко новое. Вот. Задачи перед нами стоят очень серьезные, максимально побеждать, плюс хочется, чтобы болельщик пришел на стадион. Это очень важно, потому что футбол только ради болельщиков мы играем. Мы постараемся давать результаты при этом красивой игрой, радовать болельщиков. В борьбе за повышение статуса нашей команде будут противостоять 7 коллективов из Астрахани, Ставропольского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Сегодня наши футболисты готовятся к стартовому матчу. Первую встречу они проведут 14 августа с командой из Назрани. Матч можно посмотреть на центральном стадионе Сочи. Начало в 18 часов.